Угнать автомобиль Нижнекамец решил во дворе дома «Школьный бульвар 3». И приглянулась ему вот эта синяя пятерка. Но уехать на ней далеко не получилось. Уже в арке его поймали полицейские. Сотрудники ГИБДД как раз патрулировали этот район и сразу заметили, как из арки пытается выехать и не вписывается автомобиль. Странное поведение водителя привлекло внимание полицейских. При виде сотрудников машина резко остановилась, водитель выбежал и пытался скрыться во дворах данной улицы. Путем преследования был обнаружен водитель. Он спрятался между транспортными средствами, которые были припаркованы во дворе дома. Спрятавшегося под машиной 27-летнего горожанина задержали. Он объяснил инспекторам, что угнал автомобиль, чтобы прокатиться. Дверь машины открыл, силой дернув за ручку. Сам автомобиль принадлежит 77-летнему пенсионеру. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей. В ходе выяснения обстоятельств было установлено то, что автомобиль имеет следы вскрытия. Также водитель был в состоянии алкогольного опьянения, проведено освидетельствование, результат положительный. Пьяный угонщик ранее был дважды судим за наркотики. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление и покушение на преступление» и «Угон». Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР.